Легкий на подъем, Максим не ждет просьб о помощи. Сам видит, где он может пригодиться. И пусть это получается не всегда складно, главное есть желание. Вот, готово. Очень активный, внимательный, заботливый по отношению к взрослым. Вот три кита, на которых стоит мир мальчика. Любит подвижные игры, рисовать, лепить, играть с мячом, собирать пазлы. Но больше всего получается проявлять актерские задатки. Хорошо запоминает стихи. Ни один праздник не обходится без Максима. Для нас мальчик с легкостью станцевал. И спел. Давай с тобой поговорим. Воспитатели детского дома говорят «артист». Долго уговаривать не приходится. Ой, ну Максим, энергия кипит, бурлит. Это все время надо быть в движении, глаз да глаз. То есть родители будущие должны готовиться к тому, что вот он, вот, он такой подвижный артист, выступать любит. Когда на него все смотрят, аплодируют, восхищаются, мальчик в своей стихии. Из-за неусидчивости Максиму трудно сосредоточиться на занятиях в школе. Но главное – заинтересовать, постоянно менять вид деятельности. Наташка, черепашка, да? А буква? У Максима есть старший брат 9 лет и сестра Аня, ей 11. Они проживают в приемной семье. Для Максима возможные формы устройства – это усыновление, опека и приемная семья. Более подробная информация о мальчике по телефону в Китовском районе 3-14-81. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру».